Всем привет, ребят. Ну что, решил я достать психощит, бездонатный психощит, по сути, 10-й, халявный. Ну и заодно достать еще некоторые плюшки, посмотреть, какой же все-таки шанс на такого вот коллекционера. Как видите, даже нижние сумки у нас поменяли, поставили. Ну, у нас вроде, были у нас зефирки, здесь были сундучки. Но самое интересное — это креейшена словить и свалена словить. 0.2 эмблемы сразу же дают, остальное, честно говоря, все фигня. Ну, по сути, нафиг не надо, но мне просто интересно, во сколько обойдется этот псих. Потому что раньше мы когда-то покупали 5-е психощиты, это был просто трэш. Сейчас, как видите, можно через роллинг достать без проблем. Так, Гаргул, кстати, надо будет сделать пару перекачек в алтаре. Пекапка, Суккуб. Ну, леги, в принципе, падают, как видите, через раз. Купидон, но такого что-то сверхъестественного пока я не наблюдаю. У меня тут столько всего, это нападение столько. Я же думаю, вроде ничего не брал. Призрачный всадник. Но рандомчик. Индикейн. Посмотрите, сколько всего падает. Рино, кстати, у меня есть эти дискаунты. Пэт. А, есть. Давайте попробуем. А вдруг сейчас затащим читерным образом. Смотрите, сразу же ангел упал. По-любому это читинг. 360. Санта Бум — единственный, кто нам выпал. Так, бульдозер. Варлок, бочка. Не, ну бочка за этот, это, конечно, эпический, ребят. Нифига не падает. Просто нифига. Вот они сделали вроде как бы крутые плюхи, но по сути нифига не падает вообще. Вала-вала. Асурики бочка, это тоже неплохо. Где нормальные легенды? Посмотрите, а, ну, Бугимен. Бугимен уже упал. Землеройка. Ну, неплохо, неплохо. Я уже просто хотел матом крыть. Но, видите, исправился рандомчик. Все равно, вот того, что нам надо, по сути, нет. Не знаю, сколько мы там уже потратили. Вот ангела мы собрали. Мы даже этих не собрали. Я не знаю, сколько там, со скольки я начинал, потом гляну. РТшка. Суккуб. Вот это нормальный дроп. Еще один Бугимен. Я офигею. Деск Найт. Суккуб. Да, они там, походу, угорают просто. Тыква. Вообще ни хрена не падает. Надо дать вселенское ускорение. Я не успеваю читать с утра нормально. Но видите, таким образом раз через три работает. Асура, Командора, Хрон. Ну, таким вот образом, да, нормально. Таким образом ускоряются самоцвет. Слив самоцвета. Вот мне интересно, вот посмотрите, до сих пор не вытащили. Вот я именно ради вот этих вот двух мне интересно словить. Либо то, нифига не падает. Остальное все вроде более-менее летит. Вала-вала.
Трикси, Варлок. Все, зависло. Он нас не слышит, ребята. Что это было? Посмотрите. Это ты сидишь такой, думаешь, блин, сейчас еще на 150 там или на 450 рольно нажал 10 раз. Потом только фух. Изи просто. Просто изи креишена мы достали. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Ребятушки, можете меня поздравить? У меня есть 10-й психощит. На халяву. Ну как, относительно на халяву. Я не знаю, сколько мы самоцветов убили. 400 или 835 было, наверное, тысяч, не знаю, наверное, 100, потом посмотрю по роллингам, по повтору, но реально, это просто кайф. Так, а что у нас тут? О, неплохо, смотрите. Это, кстати, прикольная тема. Можно сразу же и за этот, и вот это вот, кстати, вообще обалденно, за самики, топовые плюхи. 9-й разброс, сделать 10-й разброс, это, конечно, кайф. Поставить эмблемкой для какого-то героя на PvP локации, особенно на забытую, думаю, будет интересно. И пенек сегодня. У меня нету монеток. Я забил на битву замков уже. Частично, я уже не гонюсь никуда. Неинтересно просто, они убили весь интерес. Ронин. Может, еще свалено вытащим? Бочка. Тесса. Давайте еще на 20к рольнем. Малыш Ники Спирита. Атлантище. Ну куда без Атланта, ребят? Ну куда без Атланта? Без Атланта никуда. Асурик, смотрите, сколько ас падает. Ну, честно скажу, такой себе роллинг. Чтобы мега там что-то такое крутое выпало за столько самов. Нет, дракос. Говняна падает. Что-то не подкрутили под коллекционера. Сердцеед Коронин. Чемпион. Укротитель. Пара. Посмотрите, сейчас по-любому на последний ни хрена не упадет. Раз и два. То, о чем я говорил. Нифига толком не падает. Но так вот, в принципе, неплохо. Плюхи довольно-таки хорошие. 10-й псих. Почему бы и нет? Сейчас я гляну, что там он дает. Разочаруемся окончательно. IGG. Можно было, конечно, и так сковать, но мне лень тратить камешки. 130% жизни, 4 секунды накидывает. Ничего не поменялось, по сути. Но мне просто было интересно получить в коллекцию 10-й псих Никовать. Вот эти вот девятки все я получил с этого тоже, с магазина скидок. Ну, восьмерки мы так получали с честов разных, а десятку отсюда решил забрать. Ну, что я могу сказать такое себе? Не туда, и не сюда, честно говоря. Что тут у нас по плюхам? Копятся мешочки. Все копится, когда-то мы это откроем. 7600 уже, я офигею. Что с ними делать, куда их девать? У нас уже коробки с чарами просто в перелимит. Просто пипец. Я уже даже шестые не могу открывать из-за этой дичи. Я уже не знаю, что делать. Надо будет чарки полностью все пересматривать, перероливать. Вот 49900. Вот основная причина, ребятушки, почему мы не можем теперь открывать. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, кто что отсюда достал. Если кто-то ролил, кидайте заявочки на роллинги. Последнее время не ролю, потому что, ну, нету ничего толкового. Коллекционеры какие-то говняные. Да или... Все. Всем удачи. Всем пока.